Город Караганда, 19 микрорайон. Здесь вот Березовая аллея, около где-то 40 зданий. И от этой Березовой аллеи пройдемся в ту сторону, в сторону плато, но на плато ходить не буду я сегодня. Давно я не ходил тут, не снимал. Сегодня 14 февраля 2023 года. Ну вот тут елочки на территории. Справа, да. Раньше это была территория детского сада, а потом ее прихватизировали в постсоветское время и сделали там такой. Слева дом номер 71. Зато елочки высадили, они уже выросли так. Меня всегда первый забирали, а я почему? Первый раз эти места я снимал лет 6 назад, потом весной, летом, осенью снимал, да? Длинный этот дом, 75-й, и слева эти автостоянки. Ну да, февраль уже, середина, 14 февраля, день Святого Валентина, и светлее, конечно, светлее. Дом номер 75 слева. Справа двор такой. А, тут вижу натоптанное. Пойду туда и наверх. Еще наезжена. 72 вот этот дом. Шесть лет назад, да, как давно это уже было. За это время столько в разных таких местах уже побывал. В Москве, в Ленинграде, да, в других странах, то бишь в Санкт-Петербурге, Ленинград, по привычке говорю. Вот там впереди плато Майкудука, которое я тоже снимал отдельно. Сегодня туда я не пойду. Вот здесь тоже построили площадку для мини-футбола. Грибочек старый, конечно, этот новый. Длинный девятиэтажный дом номер 75. Тот 74-й дом я вижу отсюда. Дальнозоркости вот такой плюс, да? Видишь, хорошо то, что вдали. Ну, это для степняков нормальное явление. Мы же привыкли смотреть вдаль, высматривать там скот. Овец, да? Где там эти овцы? Наши предки смотрели. Поэтому это генетически обусловлено, что развивается дальнозоркость. Никуда от этого не деться. Ну вот край Майкудука. 19-й микрорайон. Такой обзор. Туда пройдем.
Там дорога. Проходит дорога. Сейчас пройду обратно, конечно, но чуть-чуть другим путем. Ну, там вот новые дома построены относительно недавно. На месте того дома, который падал в свое время, в советское время, да? И это 11-й квартал. Здесь 19-й микрорайон. На этом я завершаю. Пойду обратно.